И в этом уроке просто сногсшибательный, просто виджет огонь. Я ничего подобного раньше не видел до этого виджета. Вообще не знал, что такие серьезные виджеты могут быть. И вы, по сути, можете сделать прямо настоящий музыкальный сайт благодаря вот этому плееру. Смотрите, внизу у нас прикрепляется плеер автоматически на дно сайта. При прокрутке, вы видите, он висит на месте. Есть крестик закрыть. И вот здесь в углу появляется такой плей. То есть, когда музыку мы запустим и закроем плеер, вот здесь будут индикаторы такие, знаете, эквалайзеры по-другому. Такие будут бегать здесь. То есть, все очень круто. Смотрите, можно вот так по клику развернуть список треков. Назвать треки как хотите, повесить сюда свою обложку. Практически все цвета тут настраиваются. Показано время, сколько прошло, сколько осталось. Точнее, сколько трек всего идет. Убавление громкости. По клику по вот этой иконочке также можно свернуть трек-лист. Вот здесь есть переключение треков вперед-назад и кнопка play. И давайте проверим. Вот вы слышите, играет музыка. Вот я ее убавил. Вот я закрываю плейлист. И обратите внимание, вот здесь вот бегут индикаторы, да? Очень красиво. Причем сайт прокручиваю, они стоят на месте. Вот, переключаю треки. Второй, третий, четвертый. И назад. И можно вот так переключать треки по клику по треку. Вы видите, да, просто бомба, а не виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета.